Казахстану нужны драйверы экономического роста, и одним из них является активно развивающийся малый и средний бизнес. Активное развитие индустрии страны, поддержка государства позволит применить бизнес-проекты в самых разных сферах экономики. К 2050 году доля малого и среднего бизнеса должна значительно увеличиться. Это станет частью большой и важной работы по преобразованию экономики страны. Новая экономическая политика «Нурлы жол» – наш путь в будущее.